У людей всегда много вопросов, которые касаются здравоохранения. Для того, чтобы они смогли получить ответ, в историко-культурном центре организовали встречу населения с руководителями медицинских учреждений муниципалитета. У меня проблема была с госпитализацией бабушки, как бы отношение вообще к пожилому человеку при поступлении. Ну вот сейчас как бы обещали решить. Кроме того, медики рассказали, где на территории Ленинского округа открылись новые корпуса поликлиник и больниц. У нас открылся филиал женской консультации в пригороде Лесное. Благодаря усилиям нашей администрации нам было предоставлено нежилое помещение, где мы сделали ремонт, где мы поставили оборудование и с большим удовольствием принимаем жительниц. У нас строятся две большие поликлиники в жилом комплексе «Пригород Лесной» и в деревне Сапронова вблизи города Видное. Это крупные поликлиники. В «Пригороде Лесном» это самая крупная по мощности поликлиника в Московской области. Сдача буквально через год. Вопросы по специалистам, по кадровым моментам. Мы привлекаем сотрудников, в том числе и благодаря мерам социальной поддержки работников здравоохранения. Руководители медучреждений напомнили о том, что продолжается диспансеризация взрослого населения. Теперь жители могут записаться на нее самостоятельно. На этом собрании не только обсуждают самые актуальные вопросы здравоохранения, но и помогают их решить. Люди приходят удовлетворенные решением своих проблем и еще раз, и приводят своих знакомых, соседей, друзей на эти встречи. Такие встречи населения с медиками проводят каждый последний четверг месяца в историко-культурном центре. Приглашаются все желающие. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.